Сегодня на сцене Дворца школьников молодые представители самых разных национальностей Казахстана. Этнокультурные центры города решили устроить межнациональный концерт ко Дню независимости. Больше 10 танцевальных коллективов на сцене исполняют народные танцы, а певцы поют самые лучшие песни своих народов. Нам бы хотелось, чтобы наши дети знали не только культуру, язык или традиции своего народа, ну и, конечно же, знали культуру и традиции тех народностей, которые проживают у нас в нашем городе, в Южно-Казахстанской области. За стенами концертного зала уже готовится к выступлению танцевальный коллектив Славянского культурного центра «Славяночка». Ребята сегодня показывают номер, который готовили целый месяц. Наш номер вообще состоит из попурри. Мы акцентируем на этом, не какую-то одну песню раскрываем, а пытаемся раскрыть больше песен, выкладываемся на 100%, пытаемся это выразить в танце, через костюмы, через настроение. Яркий концерт продолжался до самого вечера. В этот день свое мастерство показали около 100 молодых дарований Шымкента.